Друзья, привет! Видео снимала на проспекте Большевиков 33, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и цикличные товары в этом магазине. Приятного вам просмотра! Начну с отдела посуды. Посмотрите, какой чудесный островочек. Сюда также поступили наборы банок на подставке. Крышки и подставка сделаны из пробки. Две баночки по 180 миллилитров и одна баночка 370 миллилитров. 399 рублей. Также есть баночки с ложками, френч-прессы, подставки для столовых приборов. Все есть. Также есть еще сырницы в продаже. Немножко. Поступили корзины, сделанные из окрашенной стали. Ручка сделана из дерева. Они были в том году. Высота 15 сантиметров. Ручка отлично обработана. Стоит 249 рублей. У меня есть такая корзинка. Я храню в ней фрукты. А еще вот такая корзина поступила. Высота 12 сантиметров. Ручки также сделаны из дерева. А корзина из окрашенной стали. И также стоит 249 рублей. Отличные корзины. Сервировочная салфетка на стол, диаметр 38 сантиметров. В этот раз внизу они покрыты полиэтиленом, непромокаемые. Есть салфеточки с бахромой, с разными лаконичными узорами. И есть салфетки с помпонами, с белыми и с черными. Состав джут, тирелен и полиэтилен. Салфетки стоят 149 рублей. За 3 дня после привоза посуду «Люминар» почти все разобрали. И тарелки, и кружки, и салатнички, все, что осталось. Много тарелок из опалого стекла, цикличный товар. Тарелка 20 сантиметров, 69 рублей, с красивыми новыми цветочками. Также есть пиалы 380 миллилитров по 55 рублей. Тарелка 26,5 сантиметров, 124 рубля, белоснежная. Тарелка 22 сантиметра, глубокая, 83 рубля. Блюдо большое, 124 рубля стоит. А вот эта тарелочка белоснежная, красивая, глянцевая, сделана в Иране. 23 сантиметра, 149 рублей. Тарелка с узором 26 сантиметров, 124 рубля. И есть еще и зелеными веточками. Тарелка в форме ракушки 26 сантиметров, белая, глянцевая, 124 рубля. Скатерти колорит, также цикличный товар. Вот это, по-моему, новые цветочки. Их довозят, разбирают и вновь довозят. 174,50. Ватные палочки от бренда «Я самая», 200 штук, 69 рублей. Лак сильной фиксации, без склеивания, 300 миллилитров, 124 рубля. Крем чистящий, универсальный для ванной, для самых сильных загрязнений. Густая формула, 440 миллилитров, цена по карте 135 рублей. Второй раз поступили керамические птички, все три вида. Их очень много, и на второй полочке тоже они есть, 149 рублей. Вазочки дюны привезли, 149 рублей. И вазы с градиентом, 249 рублей, сделаны из стекла. Поступили сюда также ёршики для туалета в прозрачном стакане с объемным рисунком, 149 рублей. Коробка складная квадратная, 28 сантиметров, высота 22 сантиметра, с прозрачным окошечком в виде бабочки. Имеются две ручки. Прекрасное решение для хранения игрушек, книг, аксессуаров для творчества и так далее. Есть серые, бежевые и вот такие сиреневые, 199 рублей. Чехол для вещей в виде мягкой коробки 35 на 25 и 15 сантиметров. Закрывается на молнию. Вот такие дизайны. 79 рублей. Детские носочки. Везде по 2 пары в наборе. Посмотрите, какие вот такие тоненькие, летние, ажурные. 99 рублей с большим содержанием хлопка. Есть носки с мишками, я вам уже показывала, эти поплотнее, 99 рублей.
Здесь ничего нового, но смотрю, швабры с отжимом по 349 рублей, осталось всего лишь 4 штучки. Магазин «Окей» на Индустриальном проспекте. Появилось очень много новинок, особенно в отделе посуды. Что появилось? Наборы от «Люминарк», набор столовый, 18 предметов. На 1000 дешевле стал, 2000 рублей стоить. Вот такой, видимо, тарелочки разного диаметра. Есть вот такой, голубого цвета, 3000. Так, это что, форма для запекания от «Люминарк», 200 рублей. Вот такая форма побольше, 22 сантиметра, 500. Так, 34 на 25, 800 рублей. Все «Люминарк». И вот такое блюдо, 600 рублей, огромное, 26 сантиметров. Тарелки, это просто полосочка, вот тарелочки, 100 рублей. Так, десертные 90, салатничек 90. А «Люминарк», надо же. Красивый чайный набор. 12 предметов, 1200. Стоил 2400. 6 чашечек и 6 блюдечков. Вот такие появились салаты. Треугольные. 400 рублей. А маленькие 250. Сосили тарелки 250. Побольше 300. Есть овальное блюдо 400. Есть столовый набор от «Люминарк». Посмотрим, что туда входит. Тарелочки с цветочками. И тут и кувшины, стаканчики, чайные пары и салатники два вида. Так, 46 предметов. Стоит 10 тысяч рублей. Для мороженого понравилось, 130 рублей. Так, это терка небольшая, 230. Лапа, нож для сыра, 150. Нож для пиццы, 190. Овощи чистка, 170. И вот такая еще, 170. Это новая серия. Лопатка углубленная. Нейлон и бамбуковая ручка, 400 рублей. Сито, 250. Так, пластиковый. Так, здесь вот такой зелененький, 160 рублей. Складной, 24,5 сантиметров, 400 рублей. А вот такой с ручкой осталось 2 штучки, там стоит 400 рублей. Еще такой дуршлаг складной, 23 на 18. Стоит 300 рублей. Все только зелененькие. Расправил. Он достаточно глубокий. Он такой симпатичный. С крышкой. 70 рублей. Так, а вот такой стаканчик. Непонятно. А, 90. А эти по 24 рубля. Мисочки с крышками. Где-то видела, по-моему, «Магнит Косметик», не помню, 220 рублей, такая маленькая, 850 миллилитров, есть побольше, 250 рублей, с бамбуковой крышкой и ложкой, стоит 550 рублей. Эти стаканчики мне понравились, смотрите, какие яркие, красивые, цветное дно, 70 рублей стоит, 280 миллилитров, сиреневое дно. Ярко-синий, оранжевый. Есть такие же низкие стаканы по 60 рублей. Так, бокалы есть от «Люминарк» с цветной ножкой. 209 рублей. Желтая, красная. Красивый заварочный. Но он, конечно, крутой. С мерной шкалой на 1 литр. Стоит 909 рублей. Стекло, пластик, нержавеющая сталь. Такой тяжеленький. Так, побольше уже 1050, на литр 800. Заварочный,
стекло, бамбуковая крышка. Так, вот смотрите, 500 миллилитров, 700 рублей. Нам еще есть вот такие кружки. 320 миллилитров, 240 рублей. Так, кружка, 110 рублей. Или вот, вот какая цена правильная? Объем один. Не поняла. Вот такие кружки. 300 миллилитров, 160 рублей. Зелененькое дно, синее, жидко стеклянное, 600 рублей. Это 600 овальное. Так, вот такое квадратное, 500 рублей. Так, кастрюля. Круглая с крышкой. На 2-3 литра. 800 рублей. Поменьше. 700. Дорогая, здесь, конечно, посуда. Вот набор салатников, две штучки стеклянные. 560 рублей. Так, вот такая минажница. 1600. Вот такая на бамбуковой подставке. 1500. Понравилось мне серебристым ободком. Так, это фарфор. 350 рублей. Вот такая бульонница. Это уже керамика. 500. Двухъярусная. Ярусы сделаны из бамбука. Бамбук и нержавеющая сталь. Вот такая скидка. Сейчас стоит 500 рублей. Какая классная скидка. Стоили 600, сейчас 150 рублей. Вот такие фужеры. С золотой ножкой и дном. И вот такие фужеры тоже стали стоить 150 рублей. Тоже были очень дорогие. Сейчас стоят 200 рублей. Надвинувшие ножки. И голубые 200 рублей. Две штучки 85 рублей. 84,50. Черные полоски, коричневые, синие. Так, это что? А это скатерть. 130 на 110 ПВХ. Так, набор полотенец 370 рублей. Две штуки хлопок. Вот это полотенце симпатичное, кухонное. 50 на 70 хлопок. 200 рублей. Вот такой в клеточку с серой каемочкой. Щеточки, вот такая удобная щетка, смотрите, 130 рублей. Жесткая щетина, вот такая, 150. Щетка 168 с деревянной ручкой, очень жесткая, 250. Вот такая щетка 300, вот деревянная ручка. Знаете, вот такой контейнер сейчас продается X-Price с разделителями на 5 литров на двух колесиках. Здесь он стоит 430 рублей. Но здесь есть разные объемы. На 10 литров 700 и на 11,5 770. Вот так, постельного белья, простыни на резинке и без резинки, покрывало. Полотенца. В другой раз покажу. Стильное белье. Евро есть. Односпальный, двухспальный. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Мы продолжаем свою экскурсию по Петропавловской крепости. Это было 9 мая. Чудесная погода. Холодная, но солнечная. Очень красивое небо. Друзья, с вами прощаюсь. До завтра. Всего вам самого-самого хорошего. И пока.
Пошли прямо зайдем. Там здорово, там все видно, так красиво. Эх, как красиво. Он Исаки. Да? А, кораблики уже.